Здравствуйте, вы смотрите новости на муниципальном телеканале. В студии работает Денис Севков, и сейчас коротко о главном в сегодняшнем выпуске. Господдержка североказахстанцев. В прошлом году на развитие животноводства ТО «Якорь-СК» получила субсидии больше, чем на 100 миллионов тенге. Опыт зарубежных стран. Электронная база свободных земель появится в Казахстане. Маржуют все. В Петропавловске стартовала акция «Путь к себе». Теперь обо всем подробнее. Более 2000 голов крупнорогатого скота содержится в товариществе «Якорь-СК». Разводят здесь породу «Красная степная». Мясо и молоко фермеры продают петропавловским предприятиям. На одной из животноводческих баз побывала моя коллега Ксения Куценко. Идет утренняя дойка. Каждая корова дает в день от 10 до 25 литров молока. Процесс работы почти полностью автоматизирован. Все благодаря новому немецкому оборудованию. Его купили в 2014 году. А вот раньше все было иначе, вспоминает Ирина Жейнбаева. То оборудование, конечно, оно намного тяжелее. Бачками таскать молоко, из бачков выливать молоко, таскать ведрами во фляги. Очень долгий процесс мытья, потому что разбирали полностью все аппараты до самого основания и производили мойку. А теперь, конечно, намного удобнее. В ТО «Якорь-СК» на животноводческой базе 250 коров, столько же в селе Ольшанки. Сегодня на ферме больше 2000 голов крупного рогатого скота и мясного, и молочного направления. Это племенной скот породы «Красная степная». Его разведением здесь занимаются десятки лет. Проблем с реализацией нет, говорит руководство предприятия. Молоко мы поставляем, у нас договор с ТО компания «Маслодел Петропавловск». 100% молока спецтранспортом доставляется в компанию и производится для дальнейшей реализации. Мясо мы поставляем на компанию ТО «Фрегат» и компания ТО «Казмясопродукт». «Казмясопродукт» – это компания, которая принимала участие в реализации так называемой программы экспортного потенциала экспорта мяса. В прошлом году почти 20 центнеров молока и 850 мяса сдали предприятиям. Кстати, корма для животных здесь выращивают сами. Под растеневодство у ТО 11 тысяч гектаров, почти половина из них пашни. Сеют зерновые и кормовые культуры. В прошлом году приобрели вот эту зерносушилку. Ее мощность 20 тонн в час. Потратив 30 миллионов тенге, решили многие проблемы, рассказывает Борис Калугин. После влажной уборки 2014 года было принято решение в 2015 году приобрести сушилку. Сушилка нам позволила обеспечить бесперебойное произведение уборочных работ в 2015 году, в результате чего уборочная кампания в нашем предприятии закончилась 5 октября. И это не все изменения за прошлый год. В предприятии появился новый культиватор, провели здесь благоустройство территории. Очень помогает работать поддержка со стороны государства, говорит Борис Калугин. В прошлом году субсидии получили 117 миллионов тенге, больше 100 из них на развитие животноводства. А в 2015-м ТО стало участником еще одного госпроекта. Программа так называемой инвестиционной субсидии. То есть государство возвращает часть наших средств, которые мы используем для обновления оборудования нашего. Мы уже воспользовались. В 2015 году этой программой получили деньги, порядка 6 миллионов тенге, которые мы потратили, частично потратили на приобретение тракторов 2 единиц, кормораздатчиков для кормления животных и доильное оборудование для доения скота. То есть вернули порядка 10% от потраченной суммы. Эти деньги направили на дальнейшее развитие ТО. В планах расти и дальше. В скором времени численность коров молочного направления увеличить до 800. Ксения Куценко, Владимир Боровков. Новости МТРК. Сделано в Северном Казахстане. 150 опрыскивателей для полей произвели в прошлом году в ТОО «Авагро». А чтобы не отставать от конкурентов, на 50% обновили оборудование. Для этого оформили кредит по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса 2020». Ольга Загоруйко расскажет, какую сельхозтехнику делают в нашем регионе. Компании «Авагро» делают большую ставку на внедрение новых технологий в производство. Занимаются этим в конструкторском бюро. Атмосфера здесь творческая. Результат – около десятка запатентованных изобретений. В основном это разные виды опрыскивателей для борьбы с сорняками и вредителями на полях. Каждый агрегат состоит из сотен деталей. Над одной из них сейчас работает руководитель бюро Юрий Ермаков. Говорит, нужно правильно все рассчитать. Ошибка в чертеже даже на пару миллиметров приведет к значительным проблемам при сборке агрегата. Сегодняшний технологии позволяют очень быстро и очень точно проектировать механизмы, где сразу могут быть выявлены те или иные ошибки. Проводятся расчеты, как силовые, кинематические.
Ну, сейчас мы занимаемся на самоходный высококлиренсный опрыскиватель. Мы его называем кузнечик. И сейчас у нас прорабатывается вопрос более надежной рамы, также чтобы было в процессе эксплуатации было достигнуто удобство. А это уже сварочно-сборочный цех. Именно здесь детали на чертежах приобретают реальный объем. Товарищество с ограниченной ответственностью «Авагро» в год выпускает более 150 единиц сельхозтехники. По словам директора Николая Ерохина, почти треть всех посевных площадей в нашей стране обрабатываются именно североказахстанскими опрыскивателями. Готовая продукция идет в основном в Казахстан. Это североказахстанская, Кустанайская область, вот, Карагандинская, ну практически весь Казахстан. Вот, и прилегающие регионы России, Омская область в основном, Тюменская, Курганская. В том году в связи с падением, с изменением курсовой разницы у нас российский рынок просел. Но сейчас уже договора идут уже и, в принципе, мы позиции ворачиваем назад. Удержаться на плаву помогло участие в госпрограмме «Дорожная карта бизнеса 2020». Компания оформила на 3 года льготный кредит. Кредит 6% мы взяли. Вот это чувствительную помощь нам оказывает. Порядка 50 миллионов мы взяли в центр кредите, вот, на выгодных условиях. На оборотные средства, на приобретение оборудования. Вот мы купили новые станки сейчас. Оборудование обновили на 50%. Большое внимание в компании уделяют социальной поддержке сотрудников. Помогают с жильем, выдают беспроцентные кредиты на квартиры. А в прошлом году 15 человек отправили на санаторное лечение. Дмитрий Евсеев работает здесь чуть меньше месяца и уже успел оценить такую заботу. Возят автобус свой, утром забирают, вечером развозят. Как бы все устраивает. Коллектив сплоченный здесь, дружный. В мою обязанность входит сборка полностью агрегата. Вот мы сегодня заканчиваем вот этот агрегат. Сегодня начнем другой. Всего в компании работает около 50 человек. Средняя зарплата здесь 90 тысяч тенге. Ольга Загоруйко, Михаил Казначеев, новости МТРК. Далее реклама, оставайтесь с нами. Здравствуйте. Что такое в вашем представлении комфортная работа? Удобное рабочее место, кондиционер, кулер с водой. Гибкий рабочий график. Я думаю, это важно. Разнообразная работа. Работа, связанная с путешествием. Ну и хороший начальник. Наша работа не соответствует запросам о комфорте большинства людей. Никто не мечтает о нашей работе. Но она воплощает в реальность ваши мечты. Жертвуя своими удобствами, мы создаем комфорт для вас. Застала врасплох? Разогревающая мазь «Капсикам» пригодится при боли в спине, мышцах и суставах. «Капсикам» – задайте боли перца! Продолжаем наш выпуск. Перенимаем опыт развитых и зарубежных стран. Электронную базу данных свободных земель создадут в Казахстане. Участок можно будет купить или взять в аренду на аукционе. Это предложение специалистов Национальной палаты предпринимателей. Зачем нужны такие изменения, узнавала наша съемочная группа. Получить право на землю предпринимателям стоит большого труда. Процедура должна быть проще и прозрачнее, посчитали специалисты палаты и внесли на рассмотрение в парламент несколько предложений. Так, в земельном кодексе появилась еще одна статья. Важное изменение – сокращение сроков выдачи. А еще теперь предприятия, ведущие государственный земельный кадастр, обязаны публиковать данные об участках. Причем раз в неделю информацию нужно обновлять, рассказывают защитники прав бизнесменов. К примеру, вот на сайте www.isgzk.kz
мы можем посмотреть, как это исполняется. То есть вот в данном случае мы открыли Артауский район, село Саумалколь. Здесь мы видим выделенные участки красным цветом, то есть те земельные участки, которые на сегодняшний день оформлены. То есть если нажать на участок, можно увидеть кадастровый номер, категорию земель, целевое назначение, вид права пользования. Теперь, чтобы исключить нарушения и условия для коррупции, в палате предлагают создать новую систему получения земель. Схема, говорят, простая. Акиматы самостоятельно определяют свободные участки на основании поступивших заявлений предпринимателей, либо самостоятельно определяют по имеющимся земельно-кадастровым схемам. Соответственно, определив данные участки, данная информация публикуется и выставляется на аукцион. В течение месяца каждый предприниматель сможет подать свою заявку для участия в аукционе. Кроме того, бизнесмену нужно знать, в какой точке города удобнее открыть свое дело. Электроэнергия, водопровод, телефонная связь. Схемы инженерных коммуникаций монополисты должны публиковать на своих интернет-сайтах раз в квартал. В прошлом году их обязали законодательно. Однако сегодня с этой задачей справляются не все, отмечают специалисты палаты предпринимателей. Александра Салмина, Михаил Казначеев, новости МТРК. Благодарность за победу. По поручению акима области Ерика Султанова коммунальные службы Петропавловска вывозят снег от дворов ветеранов войны. Всего в частном секторе областного центра проживают 11 фронтовиков. О ходе работ на улице Урицкого в районе Подгоры в нашем материале. Вот мой костюм парадный. Когда хожу на парад, всегда одеваю его. Вот, пожалуйста. Иван Лунев прошел всю войну. В составе 314-й стрелковой дивизии участвовал в обороне Ленинграда. Был командиром артиллерии. Вел за собой около 200 советских солдат. Дважды получил ранение. В училище учились вместе с товарищами 7 человек. Все погибли, я один остался. Воевали день и ночь. Город Тихвин, река Свирь. Большой бой был. Немцы наступали на нас, а мы отбивали город Ленинград. Несмотря на горькие воспоминания, фильмы и передачи о войне одни из любимых. Сейчас дни коротают у телевизора. Физические нагрузки уже даются с трудом, признается ветеран. Потому всегда рад помощи. Услышав шум коммунальной техники, фронтовик спешит на улицу. Спасибо, ребята, хорошо снег убираете. Молодцы, спасибо, спасибо. И это уже не первый раз за зиму, говорит ветеран. Без внимания и поддержки его семья не остается. На днях обещают убрать снег из крыши. Ребята приезжали, молодцы, студенты, по-моему, с института приезжали откуда. Убирали отлично, под метелку. Заботу дают они ветеранам, понимаете, помогают, помогают. Дай Бог им 100 лет жить и пережить мои годы. Всего в частном секторе Петропавловска живут 11 ветеранов войны. По поручению главы региона возле их дворов коммунальщики убирают снег. В работе задействованы 3 предприятия. Снег выводится в настоящее время, грубо говоря, круглые сутки. То есть днем выставляются 2-3 организации, чтобы заторов транспорта не было, а в ночную до 5 организаций. В настоящее время вывоз снега проводится именно по поперечным улицам. Бюджетом города на вывоз снега выделено 194 миллиона тенге. Этих денег хватит, чтобы вывести весь снег полностью, вот именно до оттепели весенней. Ежедневно улицы и переулки города убирают порядка 150 единиц техники. Завершить вывоз снега коммунальщики планируют в апреле. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, новости МТРК. К другим темам. Предупредить лучше, чем ликвидировать. Готовы ли к террористическим атакам крупные организации региона? Стражи порядка проверяют государственные учреждения и частные заведения. Каких правил нужно придерживаться и что грозит тем, кто требования не соблюдает? Ответы в сюжете Александры Салминой. Паспорт безопасности, техническая укрепленность, система видеонаблюдения и пропускной режим. Заботиться об этом должны не только на особо важных государственных и стратегических объектах. Гостиницы, больницы, аэропорты, концертные залы. В местах, где одновременно собираются больше 200 человек, нужно трепетнее относиться к вопросам антитеррористической безопасности. К примеру, в здании театра «Кукол» на страже порядка круглые сутки охрана и камеры. Большое внимание, конечно, школам, колледжам и вузам. Стражи порядка говорят, педагоги и учащиеся должны знать, как вести себя в случае захвата или анонимного звонка о заложенной бомбе. Полицейские проверили уже 30 учреждений образования. Планы эвакуации, запасные выходы, инструктаж. Здесь у них претензий нет. А вот оборудование следовало бы заменить, говорят стражи порядка. Постановление правительства вышло в прошлом году.
необходимо выделение денежных средств. То есть видеокамеры устаревшие. Mm-hmm. Это вот в 2003 году, есть камеры в 2001 году были установлены. То есть дополнительных финансовых затрат требует. Клубы и спортзалы, крупные кафе и рестораны, а также рынки и торговые дома площадью от 500 квадратных метров. Больше всего полицейских волнуют частные организации. По их словам, предприниматели несерьезно относятся к этой проблеме и забывают о безопасности посетителей. У них где-то со второго полугодия примерно начинаются проверки. В случае несоответствия требованиям этих объектов, руководители будут повергнуты к административным штрафам. Это 100 МРП, это 200 тысяч. В течение года полицейские области планируют проверить больше 700 объектов, как частных, так и государственных. К слову, случаев террора в области не было. В этом году даже телефонные хулиганы не беспокоили. Зато в 2015-м таких ложных звонков насчитали 5. Александра Салмина, Владимир Боровков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. Рабочие будни за решеткой. Порядка 200 заключенных региона трудятся в 6 колониях Северного Казахстана. Осужденные пекут хлеб, делают макароны, деревянные и кованые изделия, мебель, шьют одежду. В одном из исправительных учреждений побывала наша съемочная группа. В пекарне колонии общего режима ЕС-164/3 в поселке Заречный работают заключенные. В день выпускают до 1500 буханок. Этого хватает на 2 исправительных учреждения нашего региона. Больше 2 лет здесь трудится осужденный Нурлан Курманбаев. Все заработанные деньги он отдает на погашение иска. Кстати, после отбывания срока планирует даже открыть свою пекарню. Так как я здесь, можно сказать, всему научился, уже понравилась работа. Все умею, знаю ее на тонкости, все как изготавливать, как готовить. Сколько печь по времени, там, какой вес у нее должен быть. Ну, как бы, хотелось бы, если получится, конечно, продолжить свой бизнес такой открыть. А это макаронный цех исправительного учреждения. Его продукцию поставляют 3 североказахстанские колонии. Работают здесь 15 осужденных. В год они выпускают до 80 тонн макарон. Мы стараемся трудоустроить особенно таких людей, таких осужденных, которые имеются у них иски, чтобы погашать досрочные иски, чтобы они закрыли иски и освободились. Всего в 6 колониях нашей области отбывают наказание более 2000 человек. Трудоустроена лишь 10-я часть из них. Заключенные также делают мебель, кованые деревянные изделия, памятники, шьют одежду. Все это для собственных нужд. Только за прошлый год шили различных изделий на 23 миллиона тенге. Изготовили мебели более чем на миллион. Осужденные получают заработную плату по сдельной системе платы труда, вернее, начисляется заработная плата по сдельной и по временной. В среднем заработная плата в настоящее время с увеличением тарифов превышает 40 тысяч тенге. Кстати, с этого года закон позволяет филиалу Енбек Кызылжар выполнять не только заказы исправительных учреждений, но и принимать частные. Гульнара Кали, Дмитрий Желтышев, новости МТРК. Подросток, закон, безопасность. В местной полицейской службе подвели итоги этой акции. В течение 2 дней ее проводили по всей республике. Какие нарушения чаще всего совершают несовершеннолетние, узнаете из материала пресс-службы областного департамента внутренних дел. Как общаться с незнакомыми людьми и какая ответственность грозит за проступки? В рамках акции полицейские рассказывают детям о правилах поведения в общественных местах. В рамках этой акции дети, несовершеннолетние подростки посетили Центр адаптации несовершеннолетних, территориальную УВД области, а также провели в заключительный этап этой акции, провели флешмоб, в котором выявили правовую грамотность несовершеннолетних, показали их таланты. Организаторы надеются, такие мероприятия будут мотивировать подростков к самосовершенствованию и здоровому образу жизни. На базе нашей школы проходила акция «Подросток в законе». Нас попросили поучаствовать. Мы решили сделать флешмоб. В флешмобе участвовало 100 с лишним человек. Пусть в нашем Казахстане подростки не нарушают законы. Пусть наш Казахстан цветет. Только за январь стражи порядка выявили в Петропавловске более 100 правонарушений, которые совершили подростки. Чаще всего несовершеннолетние появляются без родителей в общественных местах в ночное время. Кристина Горбаченко при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел. В Петропавловске стартовала акция «Путь к себе». Ее цель – оздоровление природными методами, в частности, купание в ледяной воде.
Маржевали сегодня петропавловские студенты, но принять участие в этой акции мог любой желающий. Наша съемочная группа наблюдала за процессом оздоровления. Акцию «Путь к себе» в Петропавловске проводят с 2004-го. Ежегодно к ней присоединяются десятки горожан. Купание в ледяной воде позволяет не только стать здоровее, но и избавиться от вредных привычек, говорят организаторы. Это один из видов закаливания, который является экстремальным, но он дает возможность определиться и идти в направлении здорового образа жизни. Основные заповеди, конечно, из участников нашего клуба – это не приобрести или избавиться от вредных привычек. То есть, допустим, это, наверное, очень самое важное. И те, кто уже даже приобрел их, со временем понимают, что это оказывает вред для здоровья. В акции принимают участие члены клуба здоровья и учащиеся городских и областных колледжей. Среди них и те, кто приехал учиться в Северный Казахстан из Южного по программе «Серпен». Сергей Витик – студент Североказахстанского профессионального колледжа. В акции участвует впервые, но, говорит, не раз купался на крещение. Ощущения зашкаливают. Хорошо, приятно. Заходишь изначально так чуть-чуть прохладно, а потом уже как все горит нормально. Хорошо. Погружаясь в холодную воду, нужно всегда помнить о правилах безопасности, напоминают спасатели. Это элементарные правила. Долго не находиться в воде, чтобы не получить переохлаждение. Когда искупался, вышел, необходимо сразу обтереться, одеться в теплую одежду, желательно теплое питье. Ну и, соответственно, после себя вот эти купели необходимо заложить снегом, кусками льда, поставить веточку, что там было место купели, чтобы кто-то случайно туда не провалился. Акцию «Путь к себе» приурочили ко дню рождения Порфирия Иванова. Именно он создал систему оздоровления детков, в правилах которой купаться зимой в ледяной воде. Согласно учению, это позволит включить защитные силы организма и разблокировать физиологические ресурсы. Для всех желающих купель будет доступна в эту субботу, 27 февраля. Денис Севков, Дмитрий Желтышев, новости МТРК. И в завершение выпуска о спорте. Североказахстанские велосипедисты из Вина Forever успешно выступили на туре Филиппин. Эта гонка входит в азиатский континентальный тур Международного союза велосипедистов. Североказахстанец Олег Земляков одержал победу на втором этапе. Он первым преодолел дистанцию в 208 километров. А спустя еще 16 секунд к финишу пришел его товарищ по команде Евгений Гидич. Спортсмены возглавили генеральную классификацию гонки. Им удалось сохранить свое преимущество спустя еще два этапа веломногодневки. Теперь в активе Вина Forever золото и серебро в личном зачете и победа в командном. Кстати, Олег Земляков стал лидером в номинации «Горный гонщик». Вторую строчку занял другой североказахстанец Жандос Бижигитов. И на этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Погода на среду, 24 февраля. Днем ясно, без осадков, ветер юго-западный, скорость 2-3 метра в секунду. Температура воздуха ночью -8, -10, днем 6-8 градусов ниже нуля.